Айтот па, жасаган болбойт дегенден болду да. Ну разве может так поступать государство со своими людьми? Эм талипага мамлекет силер сүйрөп келип берген жок талипага берилди да. Нормалдуу президент жок. Эм кош керек бул мамлекетте башы чыгып кетип. Абына 2 жылдан бери көз мен жасага отурмун, ыйлап жүрөк болуп чабылып калды. Пропустите меня туда. Да у меня 4 года ребенок лежит дома, больной лежит. Ими мы заманчивы, не следите. Кшинда елден мен куп чыгып атып. Может быть, просто этот уведомление продлите биринчи майга чейин. Хотя бы. Я не прав. Хотя бы гүн жылысын да. Орозонун айында ошо. Кудай урпедет деп коркпойсуң ага? Майда чудо элди бар. Биринчи майга хотя бы жылдырып алып, өз руководствону свяжитесиз бар. Жилищный жинар сүйлөп. Куда жителям нужно идти, если вот им некуда идти? Что с такими людьми будете делать? Это же вот подарок кимятам. Мазы мындай да, Ким, чоңгыз, я вам на ваш вопрос тоже вопрос у меня сылайч. Мисалы, бирөөнүн имуществосун бирөө келип ээлеп алган болсо, анан биз ошону төлөй эме кыла беребизби? Кудай эттен кала алыпчыэто спорный имущество. Аз спорный эмес. Бул документ боюнча турат, азыр тиги жана вот эти арабские инвестиционные компании. Люди, которым некуда идти. Куда им? Вот сейчас холодно. Алар машинаттер да. Кайсылер бизди чыгартып кайрып эмнемеге бөлөйт деп атат. Биз эч кимге бербейбиз. Аны беребиз деген андай бизде максат жок. А есть вот социальное жилье от мэрии, может быть, выделить место, куда они могут скопиться? Аз биринчи бошотуп алган. Мэрия же должна позаботиться о горожанах. Аз биринчи бошотуп алган. Вы не хотите зарплаталарыңардан кетпейбиз? Людям некуда пойти, во-первых. Во-вторых, зима. Мы сами бы посмотрели, какой холод. Как можно выселять? Вот сейчас вот выставили вот этих вот все ряды вот эти. А там наверху есть дети с матерями. Не пускают и все отключили. Электричество и воду отключили людям. Но это разве это какой-то, говорю, пещерный век? Ну разве может так поступать государство со своими людьми? Я понимаю, инвесторы. Все правильно. Но когда я озвучила кое-какие факты, то на меня нужно подали в суд за клевету. 7 лет строится здание недостроенное. Люди покупали. Отдавали свои деньги, какая разница, у кого кредит, у кого кто. Аким такой молодец сказал, что у кыргызов так много родственников, они могут уйти к родственникам. Ну пусть примет всех их тебе. Президент, на улице слезынер, мызам слезынер. Слезынер, мызам дапар бердынер, ушында иш болот. Эми мызам антиалган эмес слезынер. Кышында элден мен куп чыкладым. Мое государство такое говорит. Зачем он так вышел? О людях вообще не думают. Инвесторы, какие там инвесторы? Абына, 2 жылдан бери көз мен жашага отурмун, ыйлап жүрөк болуп чабылып калды. Эмне кылды деген сурасың анан? Биз азап болгон. Жүрөк азабы мына. Бияка жашаган болбойт деп айтылып атат. Ким айтып атат? Эми канча жол суроо бересиз? Кагаздар таштап берип. Жилер 1 мартка чейин бошотуш керек деп эскертилген. Мыйзамды аткарыш керек экен. Бул жерде мыйзамды куда они пойдут? Люди, у которых нету. Мындай суукта балдарыбыз менен кая карабыз, кимдикин арабыз? Родственников нету, сироты есть. Куда они пойдут? Силердикине барайлы да кыргыздар чыгабыз. Айтасыңдан бери чогулуп калартам, каякка кириңдер. Талипага айтты, мамлекет силерди сүйрөп келип берген жок, талипага берилди да. Үйүмө киремби? Анын баласы бар, 2 айлык баласы бар. Мы здесь всем жителям объяснили, что здесь жить. Они согласились или что? Ими, да, согласятся, не согласятся, это уже другое. Без вас мы замуж вошли. Без вас мы замуж вошли. Или захват кулода на ней.
мына документтер турат, бияка жашаган болду. Кооптуу. Анан ошон үчүн буга чейин соттун чечимдери бар себептер. Биз буга чейин даже кармап келдик, мына эми болгула эми эметипте. Биздегидей биздегидей бияка жашашты болуп кетсибет. Анан биз соттун чечимин аткарышыбыз керек. Эми оо чыгып айтышат, эми кандай кадамдарды? Эми чыгат, биз түшүндүрөбүз эми. Чүндүрө бияка жашаган болбойт, ошоктула да бере биздин. Күч менен чарасыздарбы же кандай? Эми күч менен кантип эми күч менен эме болду. Ага. Бүгүн чыкпайбыз десечи, эми оо. Эми чыгыш керек болот. Жанагы койки отсрочка бергилечи. Керек болот. Бул жер жабылат эчим кимге жашаган болбойт. Пропустите меня туда. Да у меня 4 года ребенок лежит, больной лежит. Мен бере албайм чечим. Айтпайсың буларга? Мен да бияк эмес болом. Бияк тоже бүтүн жабылды. Урматтуу аким, ну давайте к какому-то обоюдному решению придем. Я вас понимаю, вы нас понимаете. Я не правомочен это все решение. Нормально в стране живем. Тебе кровь керек, у мамликета даже чингет. На, на, тоже так, чанбардык. Чанбардык, ты дал, малышат. Она нужна, ты чарп больше. Ушундай бир кол тийгиз болдуңуздар. Биз сиздерди эмнеге шайладык? Ушунча энелер мен бүт Кыргызстандын энелерин атынан айтамын мен. Сиздер ушу биздин мыйзамыбызды, укугубузду коргойт дедик. Эмнеге биз ушу балдарды чыркыратып төрөдүк ушу Кыргызстанга андачы? Биздин карапайым өтүп кыргыз жарандарын корголбагандан кийин эмнеге төрөдүк биз? Мен өкүнөм ал ушу балдарымды төрөгөнүм үчүн. Эмне деген жашоо? Атык малда ушундай светин өчүрүп, суун өчүрүп, анын табада калган эмне деген бул жашоо? Мен түшүнбөйм бийлик өкүлдөрү. Эмне бизге шойтурдукпу? Же бирдемени уурдап келдикпи? Мойнуска салыңыздар. Мен эне катары айтып атам, күйүп жатам мен. Бул балдар эмне болот? Биздин балдар эмне болот? Мен түшүнбөйм. Каякты карап жатасыңдар? Бир кичине болсо келе каласыңар, чукка барып эмнеге ушунча адамга келе албай атасыңдар? Ушундай зар болдук силерге, же силерге өлүп бериши керекпи? Мен ушундан нааразымын. Мен ушунча нааразымын ушундай балдарды ушу дүйнөгө алып келгениме. То есть они на свои средства приобрели указанные квадраты, жилье. У них имеется на руках договор. Сейчас идет уголовное дело, оно еще не завершено. Попытки мэрии, акимята их выселить, это я считаю незаконным. Потому что только по судебному решению, по вступившему в законную силу судебному решению, судебный исполнитель только вправе их выселить. Здесь отдельные должностные лица, так думаю, я считаю, что они просто превысили свои должностные полномочия, взяли на себя как бы полномочия суда, полномочия судебного исполнителя и насильно хотят их отсюда выселить. 22 жылдан бери штраф салып, самовольная эксплуатация была, так что тиштый мекемелерге кат жөнөтүп. 22 жылга чейин катта жүрдүңөр. 22 жылга чейин бул имарат 9 этаж соода борбору деп бизге. Жок, эмне текшерген жоксуңар? Эмнеге текшерген жоксуңар? Эч кандай баннерлер илинген эмес. Торговый центрде. Жок, 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 сиз узартып бериңиз, узартып. Узартып бериңиз. Биздин укугубуз жок. Кимдин укугу бар? Айтыңызчы, кимдин укугу бар? Кимдин укугу бар? Кимдин укугу бар? Жок, кимдин укугу бар? Элдин үнүн угатылган кимдин укугу бар? Айтыңызчы. Кто правомочен? Кагаз берди беле? Жок, 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 жок. Ким правомочен? Сиз правомочен эмессиз узартканга. Ким правомочен? Аким деле мен чечпейм дейт, мэр деле мен чечпейм дейт, анан эмне? Айтыңызчы, ошо бизге да элге эле айтпай коечу. Ким дедим, эмне дегенде бир квартираны 3-тен 4-тен адамга сатып жүргөн жагдайлар кездешкен. Эмин ал нерсе өзүмдө бар да. Талипова жалгыз эмес. Ушунча адамды бир квартираны 3-тен 4-тен сатып койгон, сатканга буга дух керек. Эмне дегенде артында көптөгөн адам турат деп айтам да. Сиздин батирим канча киши? Менин батирим 3 кишиге сатып. Я инвалид первой группы по зрению. Эту квартиру мы покупали. Чтобы я жила в удобстве, да, чтобы инфраструктура была рядом. И вот 4 года никак не можем заехать, потому что документы, там выходят проблемы. Я из-за этого живу сейчас с родителями в Таласе, но у меня есть своя семья, и эта квартира нам сейчас очень нужна.
на эту квартиру долго собирали деньги, мы оплатили 100% сразу. Ал жаранда эчикте калып кетерби, буларга бир даярдалган, может, убактылуу бир мамлекет тарапынан. Аны биздин аны жарандардын акчасын Талипова кайсы тараптын чечими менен? Талипова бармай калган, анда бир том жок азыр. Чечими чыкты эле. Аз Талипова эмнеси берет өзү түрмөдө отурса? Бул имараттын ээси заказчик Нуржанат ЛТД деген. А бул 20-жылдан бери 22-жылы биз штраф салгандан кийин соттун чечими менен биздин айыппулду жокко чыгарган. Анткени Нуржанат өзү бул жерге кире албайт атты. Айтып атпайбы? Жашаган болбойт дегенден болду да. Чечими турбайбы. Бияка жашаган болбойт. Жашабасак бөлөк процесс. Талипова менен элдин ортосунда сот сонун кийин ал машинистик болуп ошол боюнча. Ошол эле бир тарап орган, мамлекеттик орган менен который. Эки тарап сурап бергиле да. Кайра-кайра суроо бере бересиз. Мамлекет алданып калыптыр эле. Азыр чыгарып атасыңар. Эми убактылуу элге бир үй жай бере аласыңарбы? Элге мына карапайым эле. Биз ал жагынан азыр агачбыз. Анан көчөдө калабы? Комиссия бир тарап турган чечим жок. Биз аткарышыбыз керек бул чечимди. Все болду. Бизди жибербеңиз. Карабайт эле. Карасы эч ага эле карап чечип фото өтпөйт беле. Жок, жок демели. Мама!